И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Воевода. И сегодня я вам покажу мой аккаунт в My Singing Monster. Сейчас вы видите мой растительный остров. У меня на нем есть збололист 10 уровня и 3 тироса, 2 10 и 1 9. Также я сейчас сделал в инкубаторе 2 збололиста. И все такое. Можно раскрутить колесо фортуны сейчас. Давайте раскрутим. 1000 еды. Ну, не очень. Плохо. Да, плохо. Также у меня есть редкий полизатор. И больше никого редкого нету. Я еще не успел вывести, сейчас скажу кого. Ударщик у меня был, просто я его телепортировал. Маргастука не вывел, Роговицу и Смычурога. Еще не успел. Дальше переходим на остров золота, у меня никого нету. Переходим на остров композитор. Тут у меня есть песенка, сейчас узнаете какая. Мне нравится. Вот такая песенка. Угу. Колизей песня. Тут главный воин это у меня Легашка 7 уровня, Пингван 6 и вот ударщик 5. Потом как-нибудь сниму видео про прохождение Колизей песни. Но тут я уже прошел. Сегодня только, вот как раз сегодня только прошел больше 2. И у меня открылось много чего. Дальше, Колизей песни. Остров племен. Ой, остров племен. Вот я состою в таком племени. Не очень сильное племя, конечно. Но 90 уровня это неплохо. Вот мой збололист. Я недавно только вступил вчера. И поэтому не успел его еще нормально прокормить. А я думаю сегодня. И у меня нет вот этих вот кристаллов. Да, их можно добывать только на острове. На острове эфира. И вублинов. Да, и вублинов. Остров вублинов, ну, у меня тут вообще ничего нету. Только немножко тут делается. Да. Остров эфира тоже ничего нету. Остров Сахабуша тоже нету. Даже не буду показывать. Остров воды у меня еще не открыт. Остров воздуха. А остров. У меня тут сейчас улучшается замок. Точнее, уже улучшился. Оба-на. Как раз пока разговаривали, открылось много чего. Вот, это столько студия звукозаписи. Башня Бабы-Яги. Это вроде нужно для избавлиста. Нет, там... А, да. То есть... Ну, давай быстрее. Давай. Можно было просто... Про перебор. Вот, про переборга скипнуть. Переборг. Давай, размешаем. Заберем задание. 50 тысяч монет. Неплохо, неплохо. О, нифига себе, он поедет. А мне не нравится. Так, кого бы нам теперь вывести тут? Я пом-пом сделаю. Карабас. Ветер и камень. Нет, блин, карабас. Ветер и камень. Ветер и камень. Ага. Ну это про карабас. Давай, хватит. Все, может получится пом-пом. Давайте попробуем. Мне кажется, получится. 7 уровень и... Нет, не полизатор. И будет полизатор. Только что покажу вам остров. Хорошо, что не пропербот. Пропербор. Да. Вот. Дидж. Подождать. Чё? А, вот, у него губка. Еще одна. Вторая.
общем, у меня на острове растений типа ферма тироксов, а тут получается ферма губок. Не знаю зачем. А у меня там ферма смоки рыбы. Типа там. Так, поставим в инкубацию диджен. Да. Здание. Построишь опять больше пикать. Построй или лучше? Так, давайте посмотрим, что в воздухе. Зачем? Ну, сейчас подождем, пока тут. Еще попробуем. Попробуем еще раз. И вот хоть сейчас не про пробой получился. Хорошо, что ты поливал. Да что ж такое? Может, что-то не так делать? Куда делаешь? Лопату? Да. Ой. Лопату? Вот. А, я помню, что не может быть, нужно еще прокормить их? Ну, тебе, наверное, не хватит. Давай до 8-го, что ли? Так, до 9-го. Не получится. Серьезно? Ну, получается, будет только про переборку. Нет. Ну, давайте подождем немножко. Кстати, я сегодня... Продолжаем наши попытки. Угу. Да-да. Почему не везет так-то? Давайте пока что лучше наша пекарня, чтобы выполнить задание можно было нормально. Ой, что-то я слишком много звука напрягаю. Возможно, будет не слышно моего голоса. А может, не слышно? Давайте соберемся с балла листа. И да, нам уже хватает, чтобы улучшить еще последнюю пекарню. Да. Что, идеально хватило? Ну как, нет, не идеально. Ой, да. Все. И, в принципе, окупились. Надо будет... Ну, хотя нет, 40 тысяч в минус все-таки ушли. Надо будет тоже улучшить. Будет... Давай, остров воздуха. Да, да. Катализатор. Еще один. Высекать. Я помню, воткнуть в углен. Была такая кнопочка. Давайте еще раз пробуем. Что? Что? Надеюсь, все-таки это лопага. Нет, но это сейчас не... мы это никак не узнаем. Мне кажется, это проперборг. Ну, в общем, потом узнаем. А мне кажется, это... Так, у нас тут открылся остров небожителей. Это тот, что появился когда-то. Если древний объект упал с неба, Валина приземлился на голову исполина. Здесь можно использовать яйца монстров с других островов, чтобы пробуждать небожителей с помощью искрожителей. С бриллианта все. Понятно, понятно. Ну а всем спасибо за просмотр. Всем пока.